Всем добрый день. Сегодня у меня давно не было распаковок. Сегодня распаковка, сегодня тут телефон. Сейчас я быстренько распакую детям. Заказал. То у меня до этого была распаковка в том году. Телефон и Дима кнопочный. Вот я потом написал, что лучше не брать. Они очень быстро сломались. Я очень горю на карте, потом решил заказать Китай. Те предыдущие я заказывал. Не заказывал, все равно покупал. Вот. Эти всем другие, эти противоударные. Смотрите, как запаковано. Много-много этой дырки. Так. Цвет зеленый, как я заказывал, здесь показано, если видно. Так. Что мы тут имеем? МТК 662 ТА. Ну, ссылка там в описании. Память. 32 мегабайта. Плюс дополнительно можно ставить до 128. Дисплей 2,4. Камера 2 пикселя. Тут камера дает. Тут поддерживает. Есть радио. Поддерживает. Радио, кстати, без наушников должно работать. Поддерживает MP3, MP4, microSD. А, 128, я не понял, что такое. Это памятник. Ладно. Так, батарея на 2,100. Написано было, что хватает на неделю в режиме ожидания. Какие-то еще параметры. Ладно. Коробка очень приятная, кстати, для подарка. Почему я два заказал? Потому что детям. Было указано, что он противоударный. Заявлено. Так, коробки. Телефон. Это что? А, это ключик. Его открывать, закрывать. Так как он противоводный еще. Как это называется? Так. А, это обычная зарядка. Давай не будем открывать ее. И штекер. Ну да. Нас больше интересует штекер. Так, штекер. Плохо здесь вижу, что написано, но без разницы. В данном случае. 0,2 ампера, что ли, здесь. Так, что мы имеем? Имеем руководство пользователя. Ох ты, на русском языке. Все на русском. Кстати, обратите внимание. А, с обратной стороны на импортном. Сейчас мы посмотрим сам телефон. Телефон вот легкий, ну, такой. Относительно легкий. Так. Защитная пленка. Будем снимать? Не будем потом. Снять. Снимем защитную пленку вот эту. Она ни к чему не считает. Так. Эту пленку тоже, насколько я понял, надо снять. Зачем она нужна была? Ладно, я пока буду сюда ставить симку, пока паузу поставлю. Такая батарейка заявлена, что на емкость 2,200. Так, здесь защита стоит. И как-то она вот снимается не так, как обычно. Слишком уж приклеено. Все, тут смотрите разъемы. На две симки. На карту памяти. И еще что-то здесь. Что-то такое. И тут защита IP68 для воды и от пыли. Но я не буду экспериментировать, конечно. Так. Вот, я включил. Половину зарядки здесь сразу он без всяких пипиканий. Включил, сейчас останавливаю. Сегодня 25-е, да? 07-2019. Посмотрим, что дальше будет. Так, время. Время 19:45. 19:45. Так, язык тут можно выбирать. Посмотрим. Русский. Ок. Готово. Копировать все. Ну, давай скопируем. О. Прочитал. Два непрочитанных сообщения нашел.
Кто-то ему звонил в мае. Кто-то кому-то звонил. Почему-то он... Ладно, здесь надо настройки. Так, посмотрим, что здесь есть вообще. Телефонная книга, понятно. Посмотрим, сколько она удобна. Ну... В принципе, тут много всего есть. Так, ладно, дальше сообщение мы уже смотрели. Центр вызовов, аудиоплеер. Так, вот камера. Кстати, аудиоплеер там есть что-нибудь? Пусто, ладно. Камера. Ну. Попробуем, сфотографируем. Ну давай. Вот такая фотография. Размытая. Что-то вспышка не сработала. А, вспышка выключена. Тут даже есть видеозапись. Можно включить. Записывать. Сейчас я. Звук объектива. Выключаем. Никому не нужен. Так. Устранение мерцания тут есть. Сюжетный режим. Кстати, здесь и странно много флешек. Много настроек. Вот где настройка. Вот же. Вспышки. Кнопка эффекта. Это что такое? Так. Ладно, я пока немножко поюзаю. Нашел вспышку. Это просто пятерку нажать. Тут все опции можно регулировать на клавиатуре. Там даже качество изображения уже меньше. Вот. В принципе, мне кажется, для такого телефона вполне неплохие фотографии получаются. Вот данное изображение. Не знаю, там видно или нет. Так, что мы... Ладно, с фотографиями разобрались. Это так, этим нормально. Дальше у нас идет мультимедиа. Ну, это смотреть видео, слушать музыку. О, радио FM, посмотрим. Что она себя представляет. Оно из себя представляет. Автопоезд нужен. Было заявлено, что работает он без наушников. Посмотрим, правда это или нет. О, точно. И кстати, качество нормально. Список каналов. Напоминает ни одна газета того времени. Никогда больше не вернулся он в родную деревню. Так. Ну тут реально. Не поспоришь, нормально. Мультимедиа. Просмотр изображения. Не знаю, как правда увеличить его. Ну ладно, это. Видеомагнитофон. Тут нету мне ни карты, ничего нету. Поэтому мы этот... Аудиоплеер. Отдельно почему-то вынесем. Органайзер. Что тут? Календарь, будильник, калькулятор, мировое время. Вот это что-то. Торч включен какой-то. Не знаю. Так. Профили. А, ну это вот. Звуки. Управление файлами. Понятно. Тут, кстати, всего 5 мегабайт. Память что-то. Ладно. Игры. Змейка. Вот как. Смотрим. Это карандашик. Так, надо... проиграл. Так, установка игры это что? А, это настройки игры. Ну тут только змейка.
Ну ладно. Установим настройки. О, интернет тут даже есть. Ладно, мы не будем рисковать этим интернетом. Я считаю, детям ни к чему. Ну, вот такой вот телефон, кстати, мне понравился. Сейчас я, может, ставлю карту памяти и посмотрим, что из себя представляет его аудио-видео. Есть... А, нет у меня карты памяти. Нет. Тут еще фонарик есть. Каким-то образом я включил. Тут тоже, видимо, нажатие клавиш каких-то. Включается фонарик. Вот такой телефон, в принципе, рекомендую. Ссылка на него будет в описании. Лети, как он, неубиваемый такой. Можно нажать тут. У меня то полетели телефоны, потому что не любят сильно нажимать на клавиатуру. А здесь все сделано качественно. Кстати, и запаха нет, как ни странно. Фонарик еще не научился отключать. Ладно, сейчас я его перегружу, он сам отключится, надеюсь. Вот, заходите по ссылке. Кстати, пользуйтесь EPN сервисом. Там реально можно получить скидку сразу же. При получении товара через месяц вам возвращают деньги. Вот с этого я не помню, доллар что ли получил или полтора телефончик. И вот здесь так. Коробочки реально не помялись. Они вот как на подарок. Можно и как на подарок использовать. Тут. Ну вот, это по-английски какая-то мануалка. Основная мануалка красочная. Она вот она, на нашем языке. Все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Впереди будут еще распаковки, походы в лес. Кстати, из-за походов в лес вот я давно не выкладывал обзоры. Потому что у меня их особо-то и не было.